То есть вот солома за зиму они понасыпали, тут сантиметров 25. Это надо все вынести, выгребсти. Ну ладно, в выгоне, хотя бы ну, в сарае, где она будет сидеть, там минимум точно надо, чтобы ее перевести, чтобы она уже там сидела, жила отдельно, чтобы козлят ну, не повредили. Фух, эта миссия страшна, ужасна для меня. Еще ничего не делал, спина сразу уже начинает припадки биться, болеть заранее. Лежу, ну лежу. Потому что такое дело, на спину тяжело вот это поднимать, она солома вся спуталась. Вырвать кусок оттуда будет тяжело, но сейчас попробуем. Ну, для того, чтобы козочек почистить, там сарай, там темно, как у негра, короче. Надо лампочку просто поменять, давно не менял, она там в принципе не нужна была, туда не ходил. Свет там только горит, когда козлята. Сейчас это и сделаем. Да, Нюся, скоро мамкой станешь, Нюська. Мамкой станешь, Нюська. Пузатенькая. Ну, конечно, сгорела лампочка. То есть, ребят, вот эта кормушка у нас еще висела туда, не знаю, ну, на полштыка точно, под ней. То есть тут сантиметров 30 надо копаться в эту... В это сено зарываться. Там вообще по колено. Писец. Добейте меня семеро. Мы победим, ребят. Чуть по чуть-чуть. Не все сразу сделаем. Да, Нюсец? Сделаем. И белочка будет жить отдельно. У нас драться не будут. В тряпку накидываю этот мусор, ребят. Какашки, сено. И выношу, как Дед Мороз. Ну, ничего. Да понятно. Вырасту, ребят, дядькой большим богатым стану, куплю себе тачку и буду вывозить на тачке это все. А пока на горбу. Опа. Кучу наносим, она чуть подпреет. Или раскидаем потом по огороду, когда подпреет. Ну, или просто сожгем. Это писец, ребят, какой-то. Ребят, это полный писец. Сарай маленький, в рост не стану. Чуть ли не на коленях ползаю, спина болит. Все вот эти... Все сено сплелось. Между собой не тянется. То есть вот так вот там вышкреб. Вынес только две котомки. Третью уже загрузил. Особо не убавилось. Ну, понятно. Вода камень точит. Чуть по чуть все равно победим. Через боль, усталость, мат, в конце концов. Ну, мы это сделаем, ребят. Все будет. Все будет офигенно. Фух, промежуточную стадию хотел показать. Идет работа. Сегодня надо сюда козу по-любому пересадить. То есть вот этот маленький кусочек хотя бы почистить. Завтра пускай тот для второй козы, чтобы они вместе ели. Тут у них кормушка одна общая. Не айс, но пока рожают, пойдет. Их надо разделять, чтобы не подрались, не повредили козляток. Поэтому чистим. Он не был, да? Ну и был чуть-чуть. 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 Сзади. А! И сбоку. Весь мучительно сгорбленный иду. Да. Полупопия твои сверху. Не, а я прикрыл. Ага. Это тебе кажется, что ты прикрыл. Да все. Всякий. Вот так и живем, ребят. Так и живем. Богатеем. Фу, ты сейчас домой пойдешь весь в какашках. А что делать? Надо отряхнуть тебе. Какашливый муж. Нельзя в какашках ходить домой. Фух. Блин, сегодня хотелось бы, конечно, полностью сарай закончить, а выгон уже завтра. Ну, все по-любому не осилю. Ну, как минимум, программа минимум, это осилить то, куда будем сажать козу. Ну, половина сарая, грубо говоря. Это главное, это необходимо, это надо. Так, ребят, по чуть-чуть отрываю вот это сено, или как оно посрасталось. А когда уже оно на маленькие кусочки порвано,
нагружаю в нашу тряпочку. И уже не на корточках, стою на коленях. Так попроще. Может, кому этот опыт пригодится. Оле, оле, оле. Спартак. Чемпион. Меняем позицию. Ой. И помчали. Оп. Это кажется, ребят, два раза лопатой махнул или вилами сдулся. Просто вот это, ну как то, что неудобно, это писец как неудобно. Все болит, затекает. Короче, опа. Опа, с которой мы справимся. С Божьей помощью, с вашей помощью, ребят, справимся. Победим. Видите, ребят, сколько вычистил. Какая глубина. Блин. И неудобно жуть, как, ребят. И главное, что там не столько нагадили, сколько порассыпали. Ну, сено. Блин. Ну, продолжаем. Да, Нюська, ты нагадила. Гадость такая. Нюська, Нюська. Для тебя и чистим. Дружище. Да. Девчонка, девчонка. Вот такую яму вырыл, ребят. То есть это то, где был пол. Видите, высота какая. Ну там, понятно, больше было. Это я на одну медаль заработал себе, ребят. То есть вот это одна моя медаль за заслуги. Жирный лайк. Завтра, наверное, будут там медаль зарабатывать в той половине. Тоже надо вычистить. Но если что, уже есть куда козу поместить. Уже хорошо. Сейчас последний мешок вынесу, вот этот, который отсюда. И нафиг. На сегодня, а то лягу. Завтра еще чуть поработаю. Неужели победа? Даже не верится. А чешуеть. Да, белочка, дремлешь. Умничка. Скоро отделим белку, ой, Нюську отделим, чтобы не дралась. Будешь кайфовать. Ну и соответственно, ребят, надо будет там, ну где Нюську посажу, в той половине, кормушку доделать, они ее подразвалили. Ведро с водой поставить. Калиточку сделать тоже подразрушили. Чтоб все было оборудовано по фэншую. Комфортно, удобно. Четенько. Это вот, ребят, что я с одной половинки сарая наносил. Но это еще далеко не все. Потому что где там было самое тяжелое, то есть уже земля прям перегной. Я по огороду рассыпал. Ну такие штучки, штуки 4, наверное, рассыпал. Поэтому поработали на славу. Как кажется, думается. Сейчас покажу, что по огороду порассыпал. Оно вроде по чуть-чуть. А спина побаливает. Начинает. Ну, если видите, это все разровняется, ребят. Вот возле улика. По сути, там и сена нет, этого соломы. Просто чернозем практически. Понемногу удобряем огород. Ладно, ребят, спать, отдыхать. Кофе, чай, плюшки посидим. Пока. Вам здоровья, удачи, счастья.
Всего самого только наилучшего, ребят. Вы супер у меня. Самые классные подписчики на канале Дневник Самоделкина. Пока, ребят. Счастья. Пока.